Маша, ты сейчас пропустишь, слышишь? А, ну давай. Да, да, сюда. А что это, волчьи ягоды, да? Чуть не проехал. Передняя надо установить, Макс. Она в Китае еще не привезли. Не, ну все равно пусть начинает уже включать, как-то привыкать. Кнопку пусть ищет или что? Слышь, бородач, он сейчас наестся и тебя сожрет, понимаешь? Это волчьи ягоды, да? Я сейчас к волку встаю. Ёханый бабай. Слышь, я отойду, пожалуй, чуть. Отходи, отходи, он идет на тебя, он идет на тебя, убегай. Экстази, таблетки, тормодол, лучше надо кушать. Видишь, как он приспособлен. Хорошие кроссовочки. Полноприводный. Я сок глотнул. Смотри, ну кто слепой, кто так еще может бежать? Я же говорю, слепой. Кто это, слепой бежит? Команда нарисовала. И мчит меня лесной олень в мою страну оленью. Чтоб Жеке шею не сломал, главное. Так вот это сейчас и Макс так бегать будет. Так это вообще жесткий парень. Все. Давай. И тебе пятерочку. Подожди, не надо, стой, давай завтра. Давай еще! Да остановитесь вы! Куда? Блин, слышишь, да, Макс. А Макс дышал на него, наверное, слышишь? Надо флаги ему такие, вот эти конусы светящиеся. Самолет тут поставить, понял? Давай, Жека! Подожди, надо на передачу поставить машину. Сейчас Жека затащит меня туда. Настя, держись. Руслан. Стой. Все, включил все. А затормозил уже, на нейтралке было. Не-не, она стоит, ведь не надо. Да. А он едет? Ну конечно. Он едет, она стоит. О, сейчас Женя выйдет и скажет, Нива была обычно. Лучше. Да не скажет. А кто его раскачивает сзади? Или это он сам? Влад приехал. А, Влад приехал. Он застрял уже. Да, наружу. Давай его поможем. Давай. Макс, сейчас вытащит, скажешь, предложишь ему на Ниву поменяться обратно. Не, я ему сразу... Мы близко стоим, давай чуть влево. Давай. Да хрен там еще, да трос далеко. Но оно тут на самом деле такое очень... Я ж там засандалился и не проехал. Скажи, как это произошло? Просто. Да, вот такая как первый, ты сразу не забегал. Да, сейчас как застирает все. Хоть подтягивай. А что ты с лесом ехать без тебя? Без меня бы ты не выехал. Да, по-любому. По машинам кричат. Ох, елки. Это самый лютый. Есть такое. Пытался перевернуть УАЗ уже не один раз сегодня. Два раза уже.
Так, а вот и Геленваген. А вот и Тойоты. Блин, а куда мы едем? Ого! 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 Состав участников возрос. Опа! Сейчас, подождите, я попробую ходом. Давай поле, Брюс, если что, мы видим. Это надо снимать! Это надо снимать! Это надо пережить! Мы не застряли! Вот она дорога! Мы можем задом теперь проехать? Не, застрянем. Все, можно выходить, это надолго. Ну, ходом прошли. Эту машину свою. Ну что, ты снял что-то? Руслан, не снял, а говорю, повтори. А. Так круто проехал. Да так спешил? Да я забыл, что... Давай, смотри, вот. Да вот этого снимай, нафиг тебе оффроуд. О, Саня, видишь? Тоже волчьи ягоды живут? Ну, да, ягоды есть. Ой, блин, слышь, он сейчас укусит тебя. Не подходи к нему близко, ё-моё. Все. Он ходом будет идти. Он ходом будет. А что, вы не сняли, как я проехал, да? А тут жесткое место, тут жесткое, тут он не проедет. Ё-моё. Вот это... Мы тут с бородачом когда-то сидели, именно вот в этом месте. Назад, Сань, назад до конца! Леня, Леня, Леня! Потянет, давай, он не сидит. Не может такого быть, да? Блин. Саня, назад вообще, выйди отсюда! Ладно. Назад попробуй выскочить! Не, там я сидел. Где ты сидел? Вот там, где он сейчас. Давай, давай. Он легче тебя на тонну где-то. А как легче? На тонну легче. А, тебя? Давай назад. Я, блин, перепутал тебя. Слепой, блин, ты же не Валера, отойди. Я просто не ожидал, пускай Леня отъедет. Да за Леню пусть цепляется. Лень, да. Лень. Стой, он за тебя. Он... Леня, стой, за тебя зацепит. Саня, хорош. Видишь? Руслан, смотри, сколько тут УАЗов на этой стороне. И сколько там унылых говен. На той стороне. Говен, блин. На, попробуй. Да подожди. Саня, тяни. Давай. Могу тянуть, могу. Давай, давай, давай. Так, это серьезный штурман, осторожно. Да, так это сейчас кусаться начну через 20 минут, так что лучше закройся в гелике и не выходи, блин. Я на УАЗе. А где ты взял? Я такое болото на УАЗе езжу. Это правильно, я тоже на УАЗе. Вот, са номера, видишь? Не-не, ты перезапись дубля, стой, что-то не так пошло. Записал? В слоу-моушене? Или там и так слоу-моушен был в оригинале, да? Доллар не смотрел ты? Дурдом нормальный такой начался. Ходом надо брать. Франклер себя вытащит в любом случае. Руль вправо! Вправо руль! Стой, Витя, стой! Руль вправо пусть вывернет. Надо было газовать, что делать? Пахнет как сцеплением. Да, пахнет сцеплением конкретно. Так, ну с Нивой понятно сейчас. Леша, давай!
Сейчас серьезный автомат. Отходи, тут сейчас будет кок на коксе будет идти. Это Toyota, это топовый пилот. Расстрелял. Да. А теперь Гелендваген. Он матерится, я не могу. Он даже не травился. Красавчик, Миха, нифига. Да? Да, не травился. Ну застрял где-то хоть? Нет. Сейчас застрянет. Ты думаешь? Ну если не здесь, то дальше точно. Он, видите, лебедка намотала, а не на барабан, а сбоку. Ну уже по пробитому сейчас легче здесь, конечно. По пробитому уже. Toyota пробила. G500 на Тибусах. На триподорах 37-х. Да, вообще ни о чем. Что-то не, что-то не то. Сейчас мы поедем, где нормальный оффроуд. Это не. Что это за детский лебедь? Это для Ланосов. У вас чуть шире просто. Сейчас Жека покажет, что такое Land Cruiser 70 на коксе. Ну, немножко не показал, но был близок. После 80-ки. На Ниве лучше Нива. Да, Нива, конечно. Шевроле Нива это чудная, прекрасная машина. Все, идет серьезный штурман, сейчас спасет. Да, жжет нормально тут. Один инженер. Инженер просто жесткий. Значит, ягоды нужно съесть, да? Да ты ж ел, а он исполняет. Дышал на него, Макс? Да. Саня, осторожно. Слышь, мне кажется, он натягивает, хочет в меня выстрелить, блин. Блин, дурдомовцы не все еще вернулись с отпуска. Да. И не раз уже, я тебе скажу. Накатался на шару, да? Да. На двух шарах. На двух шарах, говорит. Да. Не так тут все просто, как кажется. Его два раза не надо просить. Ох, елки, да ты что там? Ну видишь, длинные машины за счет хода просто. И длины пролетали. Жека, надо начать с резины, мне кажется, не с блокировок, да? Да я думаю, блокировочка не помешала. Не, блокировочка нужна, но резину надо 33 надо купить. Надо просто новую. Новую купить 33 недорогую, как у Макса, по 109, по $107. И ничего, ни о чем не думать. Да, поймал. Так, а где слепой? Утонул или ушел?